Здравствуйте. Сегодня коснусь темы, подходит ли альпийской фиалке, европейскому цикламену, фитильный полив. Что такое фитильный полив? Вот у меня горшочек стоит на емкости с водой, вот опускается фитилек, вот мы видим, и этот фитилек в ком земли подтягивает воду сюда вот, и ком земли все время остается довольно умеренно влажный. Я долгое время была противником фитильного полива, казалось, что грунт слишком влажный, но на самом деле есть нюанс. Фитильный полив очень связан с тем, какой грунт у вас в растении, какой грунт вы используете. И если я использовала раньше теравита, это очень влагоемкий грунт, то ком набирал слишком много влаги, и мне казалось, что идет такое переувлажнение. И фитильный полив я использовала только как временное явление на время отъезда. А сейчас я использую очень легкий грунт Классман, с которым у меня проблема обратная. У меня очень пересыхает он быстро, поскольку он воздушный, и приходится следить за поливом тщательно и очень часто поливать. А вот с теравитой в этом плане было гораздо проще. Но вернемся к фитильному поливу. Этот куст у меня, видите, большой, это маточный куст, он у меня пойдет в размножение. Вот. Он сидит на фитильном поливе уже практически 2 месяца. Причем здесь балкон южный, здесь довольно жарко. И обратите внимание, прекрасный куст, прекрасно себя чувствует. Но учитываем, здесь, конечно, жарко, но при этом здесь тенек, и на него совсем не падает солнце, в том числе не падает солнце и на емкость, она не перегревается. Вот. И пока что вот этот эксперимент на 2 месяца показывает, что за 2 месяца мы вот что имеем. Все просто прекрасно. Он прекрасно цветет, ни одного вялого листика, прекрасного цвета насыщенного листва. Вот, никаких проблем с фитильным поливом не существует для европейского цикламена при условии использования очень рыхлого, очень воздушного грунта Классман. Причем я здесь еще добавляла перлит, и это делало грунт еще легче. Вот так. Так что очень рекомендую пробовать фитильный полив, особенно если вы часто бываете в отъезде, потому что вот этой емкости хватает, ну, дней на 20 точно. О том, как этот фитильный полив устроить, есть информация подробная на моем канале, найдите видео, я там подробно показываю, как этот фитилек продеть, из чего его сделать, как поставить на баночку, все подробно и наглядно. И вы можете спокойно ехать в отпуск, не боясь, что вашему растению что-то сделается. Как ведет себя альпийская фиалка на фитильном поливе зимой, мы еще проверим, потому что могут быть нюансы. Зимой все-таки другие температуры, вот. Но летний вариант – это просто прекрасный. Подписывайтесь на канал, встретимся с вами в наших социальных сетях. Приходите смотреть новые видео.